На территории Солигорска и Солигорского района с начала года задержаны 220 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 16 повторно. В этом году зафиксировано и несколько аварий с участием нетрезвых водителей. Они закончились трагедией. 14 июня около 4 утра водитель 92 -го года рождения в состоянии алкогольного опьянения в Красной Слободе совершил наезд на забор. В результате ДТП пострадала пассажир 2000 -го года рождения, а мужчина от полученных травм погиб на месте ДТП. 30 мая водитель 1983 -го года рождения в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, BMW X5 в Солигорске на кольце стадиона. Строитель наскочил на бордюрный камень. Машина опрокинулась на крышу. Водитель погиб. С целью предупреждения и пресечения фактов таких происшествий, Госавтоинспекция Минской области с 6 по 9 ноября проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель». Сотрудники ГАИ и других служб милиции и общественной безопасности будут нести службу возле кафе и АЗС, особенно в вечернее и ночное время.